Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Серега, рад вас приветствовать на новой прокачке. Как вы помните, в прошлый раз подписчик начеканил 36 тысяч кредитов. И вот как раз таки у нас тут есть интересненькая новая коробочка обновления. Попробуем выбить все содержимое данной коробочки. Ну и надеюсь, этой суммы хватит. А перед тем, как мы начнем, дорогие друзья, обязательно не забудьте поучаствовать в моем конкурсе, где я разыграю среди 4 человек по 500 кредитов на ваш игровой аккаунт Farface, либо же Киви кошелек. Чтобы принять участие, просто поставьте лайк на это видео, подпишитесь на мой канал и напишите абсолютно любой комментарий. Все итоги, как всегда, будут в группе ВКонтакте, также на Ютубе вам придет уведомление, когда я отвечу на ваш комментарий. Желаю приятного просмотра. Погнали! Друзья, в описании оставил для вас нереальную халяву. Вы сможете получить самое новое топовое снаряжение и оружие. Для новичков, а также и тех, кто не заходил на свой старый аккаунт более 30 дней, работают вот такие ссылки с бонусами. Вы можете зайти в описание и сами выбрать, какие подарки вы хотите забрать. Просто переходи по желаемой ссылке, проходи регистрацию и забирай топовые подарки, которые сразу отправятся на твой аккаунт. Для новичков также работает акция, которая позволит получить удвоенные кредиты при первых пополнениях. Все эти бонусы помогут тебе создать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! Давайте посмотрим, что интересного есть в этой коробочке. Она также стоит 30 кредитов. Вы можете посмотреть, насколько тут дохрена наград. Я не знаю, честно, я смотрел на старые коробки удачи. Посмотрите, как они теперь медленно открываются. Прям аж непривычно. В моменте, помните, они ускорили Warface, и коробки удачи открывались очень-очень быстро. А сейчас вообще непривычно, блин, на это смотреть. Кажется, как будто все в замедленном варианте происходит. Здравствуй, дорогой друг. На самом деле так круто, держит какую-то интригу, непонятно, что тебе выпадет. Понимаешь, ты такое открываешь, и тут оп-оп-оп, подгружает все, да. Так было раньше, потом что-то они сломали, и я уже привык, конечно, к быстрому открыванию коробок, и пока что смотрится не особо естественно. Каждый раз добавляется какая-то коробочка к новому сезону. Обычно добавлялись коробки, где 4 золотых пушки лежало, а сейчас же, видите, немножко решили админы обновить эту самую коробочку удачи. Смотрится реально прям... очень-очень жестко, невероятно просто много наград, и мне до сих пор ни одна не выпала, мне очень ничего интересно, то есть они будут помечаться галочками, либо же нет, либо я могу реально на одну только эту коробку удачи слить 36 тысяч кредитов и наубивать себе, допустим, только там 10 АВП, а остальные пушки мне совершенно никак не выпадет. Ну, я не знаю, как эксперимент, в принципе, коробочка выглядит довольно неплохо, не самые топовые пушки, тут, конечно, некоторые присутствуют, однако также и золотые пушки у нас тут тоже, ребятушки, присутствуют. Это золотой Макаров и золотой Маузер. Маузер это прям ни хрена себе. Но Макаров тоже, ребята, еще что-то доможет. Интересно, почему нету золотых пушек в обычной версии? Это прям интересно было бы. Только представьте, коробка удачи, где вот столько золотых пушек, и которая стоит 30 кредитов. Ну, понятно, то что шанса, скорее всего, ни хрена бы не было. Потому что, смотрите, я просто ее открываю уже на 3000 кредитов и совершенно... ни одной пушки не выпало. Вы только посмотрите на ассортимент, на количество пушек, которые выпало. На ассортимент, на количество пушек, которые выпало. Ну, что-то совершенно не то, да. Может быть, тут... какой-то очень странный шанс, потому что даже посмотреть на топоры Black Hawk и... я как бы... ну, то, что как минимум он будет выпадать очень здорово. Да даже на тот же самый МБЛ посмотрите, не особо уже топовый ствол... что происходит? Я не понимаю. Верните мне ту самую золотую коробку. Вы просто помните, как там везло. Я весь донат, который только можно было, оттуда выбивал. По 4 золотых ствола. Каждый раз даже 2000... мне нужно было всего лишь 2000 кредитов. 2000 кредитов есть на аккаунте. Все, я иду открывать ту самую коробку удачи. Все, я хотя бы одну какую-то золотую пушку выбиваю. Тут пока что, конечно, по удаче мне все так ясно. Переиграл и уничтожил. Ребята, 10 тысяч кредитов уже потрачено на эту новую коробку удачи. С вот таким количеством наград. Ни одной пушки
я до сих пор не выпил. Я не знаю, как вам писать свои эмоции, я не хочу материться, но я просто не понимаю, что это за прикол. Тут где-то забыли написать то, что с этой коробки можно выбить только 4 пушки на время и только 2 золотые пушки навсегда. Я сейчас пытаюсь с какой-то огроменной суммы зачем-то выбить пистолет золотой и... Даже пистолеты золотые, когда могу это сделать даже, наверное, с этой суммы по фикс-прайсу, блин, с обычной коробки удачи. Это очень странно. Я пока что, ребята, в полнейшем шоке нахожусь. Я прям открываю и не вижу, что в этой коробке вообще что-то находится. Так много наград, и я думал то, что окей, сейчас какая-то награда будет выпадать по 10 раз, какая-то другая награда по 20 раз, но какой-то даже сраный топорик мне совершенно не хочет выпадать. Вы посмотрите. Вот они написаны, шансы 0.08%. Не, я понимаю, что это, конечно, мало. Не знаю, что они сделали, но по шансам 0.08%, да, по 2-4% на пушки на 3 часа. Однако, где хотя бы еще одна из вот этих вот пушек, я вообще не понимаю. Особенно не понимаю, зачем на сраный топор делать тоже шанс 0.08. Наверное, чтобы был баланс, чтобы все было честно. И вот тебе не везет, не везет, не везет. 30 тысяч кредитов сливаешь, и такой, да, топорик выбиваешь на последние бабки. И такой думаешь, спасибо, зэ. МС Серега забрал награды. Дорогие друзья, 15 тысяч кредитов. 15! Слышите эту сумму? А хотите услышать количество доната, которое выпало с этой невероятной коробки удачи, где так много наград? Да вы посмотрите на эту великолепную коробку удачи. Цена 30 кредитов. Сколько стволов? А сколько донатов с нее выпадает? Это просто охренеть. Нисколько. Ни одного. 4 пушки на время. Такого, конечно, не супер охрененного качества. Это что-то новенькое. Не-не. Я хочу официально накинуть админам вот при таких коробках удачи охрененную просто идею. Как вам идея добавить в... одну коробку удачи, вообще все оружие Warface, золотое, не золотое, и просто сделать на него такой же шанс. И похер, сделать 5 кредитов за коробку, прикиньте, вся новая мета, алмазные пушки добавить, по 5 кредитов в коробку удачи, и такой же шанс на них сделать, просто охренеть, их тут нет, не существует, я не знаю, что это за позор, но это невыносимо, я не верю, что у меня такая жесткая удача, что мне так не везет, мне кажется, ну это просто коробка удачи, сделанная из говна, я просто так уже сижу и понимаю, то есть, если сделать такой шанс жесткий 24% на обычные стволы, вот такие вот, которые на время именно выпадают, и такие маленькие шансы, настолько маленькие, то есть вы сможете сами посчитать, если кто-то в математике силен. То есть это очень маленькие проценты на остальные версии оружия, то есть даже на топоры. Мне кажется, они сломали нахер эту коробку удачи, потому что я не понимаю, как тут может вообще что-то другое с таким маленьким процентом выпасть. Охренеть! Первый ствол выпадает, ребята! Донатим! Ну да, сегодня явно не твой день. 18 тысяч кредитов! И у нас, наконец-таки, SIG-552 команда! Блин, ребята, может быть, мы сейчас прошли вот эту самую полосу, так скажем, невезения, и сейчас все остальные стволы нам захотят дропнуться, однако, я не знаю, вообще, у кого-то хватит вообще даже в теории сил столько крутить эту прекрасную коробку удачи, с которой настолько до хрена тебе времени ничего не будет выпадать, и потом 17 тысяч кредитов тебе выпадет прекрасненький СИГ-команда, который, ну, совершенно уже не то пальто, и я, честно, ну, прям в невероятном шоке нахожусь. Что ж, 10 тысяч кредитов у нас остается. У нас до сих пор один СИГ-команда. Ребята, вы уже сами понимаете, что тут дело уже не в прокачке. Подписчику я сделаю совершенно новую прокачку, нормальную, где буду грудить нормально адекватные коробки удачи. Тут уже дело принципа. Что с этой коробкой не так, администрация? Вы что? Это что за прикол? И какой смысл добавлять такой ассортимент с таким шансом, чтобы что, с 36 тысяч кредитов один си какой-нибудь ствол выбить? Не, если бы эта коробка была с каким-то самым невероятным метовым донатом, даже тут я бы эту ситуацию не понял, даже тут я бы ни хрена не понял, что вообще к чему, с обычной коробки намного легче вообще все выбить, даже если бы тут все стволы были бы золотые, метово-золотые стволы, все равно не особо понятно,
непонятно, какой смысл от такой цены вообще, какой. Я не, ребята, я нахожусь в невероятном состоянии эйфории, потому что вот такого поворота события я вообще не ожидал. Да, когда у нас остается 4800 кредитов, нам выпадает второй донат! Я не знаю, насколько мне нужно тут какую пушку дать, чтобы с такой суммы я реально радовался, то что второй донат не выпал, когда у меня с 36 тысяч остается 4700... Я не знаю, честно, мне очень хочется услышать официальный ответ администрации, ну типа... Я забанен! Попробуйте в следующий раз, типа это, ну так мне лично одному не повезло, либо это в принципе общий шанс на эту коробку удачи. Если вспомните золотые пушки, которые крутил, когда старые коробки были, где 4 золотых ствола было, причем такие нормально заряженные 4 золотых ствола там было, и там с намного меньшей суммы кредитов я умудрялся выбивать большее количество стволов, а тут что-то прям... Не знаю, прям совершенно какая-то очень странная ситуация. Это, блядь, невозможно! Это что? Это где-то камеры стоят? А, вот же камера! Это шоу какое-то, что ли? Это настоящие же деньги! Они просто улетают! Ладно, нам выпало 3 доната! Ну, сука, чтобы сейчас выпал повторяющийся донат? Не-не-не-не-не. Знаете, эту ситуацию, я вам серьезно говорю... Именно эту ситуацию не спасло бы даже, если бы сейчас мне напоследок с 2000 кредитов выпало мне сразу 2 именно разных золотых пистолета. Да, это прям немножко улучшило эту ситуацию на 36 тысячу кредитов, что мне решило выпасть главная награда с этого кейса. Но, ну не, чтобы... таким шансом не выпадали повторяющиеся пушки, ребята. И мне, если потом кто-то не скажет, что я снимаю полезный контент, и мне кто-то не скажет, то что я не уберегаю людей от траты просто в хер пойми куда здоровенную тучу кредитов, не-не-не-не-не, я такую критику, ребята, больше не принимаю. Я просто беру все на себя, на свои плечи. 36 тысяч кредитов для теста какой-то сраной коробки удачи, где изначально награды, ну, не самые вкусные. То есть можно было именно из с такой удачей вообще всю самую мету в золотом донате добавлять самую топовую, самую лучшую. Ну, такого поворота событий я не ожидал конкретно. Я, причем, когда начинал видос, я даже сказал то, что мы еще мету выбьем, потому что я ожидал то, что, ну, до 20 тысяч, услышите, до 20 тысяч, я думал, я закрою эту коробку полностью, то есть выбью отсюда все награды и 20 тысяч кредитов, то есть дефолтных хватит, чтобы остальные пушки, собственно говоря, в метовом исполнении получить. Но такого, да, я вижу, кто-то подшутил знатно. Последние 3 коробки. Ну что, ребята, делаем наш подсчет. 36 тысяч кредитов, 3 доната, где 2 одинаковые. Я могу как-то помочь тебе чем-то? Да, вот это коробки, которые называются легенды. Реально легенды, ну не поспоришь, блин. Это просто, ребята, 1 апреля. Хотя нет, еще не 1 апреля. Благодарю вас за просмотр, дорогие друзья. Не забудьте поддержать ролик максимально своим царским лайком. Помогите мне не охренеть просто от этой игры. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Пишите ваше личное мнение в комментарии. Все нужные ссылки есть в описании к видео. Мы с вами увидимся, всем удачи. Пока.